Трое задержанных похищали вещи из дачных домов. Один утверждает, что просто перевозил преступную группу. Второй заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения. А третий, что вещи похищал для собственных нужд. Работали домушники в Смоленской и Московской областях. В основном забирали дорогие инструменты и видеотехнику. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Доказать причастность подозреваемых к правонарушениям помогли генетики. С мест преступлений сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Смоленской области изъяты предметы, которыми пользовались подозреваемые. В результате проведения генетической экспертизы на изъятых уликах обнаружены эпителиальные клетки, в которых установлен генетический профиль, совпадающий с генотипом задержанных. Помимо всего, воры похитили автомобиль и на нем совершали кражи. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного. Остальное имущество они успели сбыть, а денежные средства потратили. В настоящее время установлена причастность задержанных к 12 эпизодам противоправной деятельности. Также устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Смоленской области.